Кисловодске расследуется уголовное дело по факту зверского убийства полуторагодовалого ребенка, чье тело с 9 ножевыми ранениями нашли жильцы в пятиэтажном общежитии на залитой кровью лестничной площадке. По подозрению в совершении убийства задержан 54-летний Вячеслав Сербин, сожитель няни, с которой семья часто оставляла ребенка. Незадолго до трагедии Сербин ночью ушел из дома и пропал. Няня Алина попросила соседа найти сожителя. Когда он привел Сербина домой, тот был агрессивным, ругался и кричал. Алина испугалась и ушла ночевать к соседу. Утром родители в очередной раз привезли малыша к женщине и встретили в подъезде Вячеслава, который сказал, что Алина дома. Мужчина ранее всегда был добр к мальчику, поэтому мать отдала малыша Сербину прямо на лестничной клетке и ушла на работу. Спустя некоторое время младенца нашли там же с 9 ножевыми ранениями. Задержали Сербина на другом конце города в квартире его матери. Он был в неадекватном состоянии и попытался скрыться. Полицейским заявил, что он царь и бог и должен был это сделать. По словам няни, ее сожитель страдал эпилепсией. Алину на самом деле звали Елена. Скрывала она, однако, не только настоящее имя, но и судимость за кражу. Следователям СКР подозреваемый задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу выясняются все обстоятельства произошедшего, назначаются судебные экспертизы, а также проводятся иные следственные и процессуальные действия. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.